Несмотря на непогоду, на мосту через реку Голубую работы не прекращаются. Бригада рабочих устанавливает барьерное ограждение. По словам дорожного рабочего Алексея Калаурного, каких-либо трудностей нет. Мелкий дождь не помеха. Устанавливаем барьерку. Сейчас вот ставим стойки, будем потом продевать трубы, поставить ограждение. Чтобы движение не останавливалось, заранее построили объездные пути. Мост возвели в 1981 году. Со временем он превратился в ветхое сооружение, поэтому приняли решение строить новый. Вот в эксплуатацию нового моста позволит снять существующие ограничения по полной массе транспортных средств в 20 тонн и поднять уровень безопасности дорожного движения по участку автомобильной дороги до современных требований. В 2019 году подрядная организация «Восток-Дорстрой» выполнена работы по отсыпке подходов к мосту, устройству временного объезда, разборке старого моста, устройству столбов береговых опор. Стоимость строительства составила около 150 миллионов рублей. Деньги выделены из областного бюджета. Проблем с подрядчиками не возникало. Все специалисты с большим опытом работы. Больших у нас нет проблем с подрядной организацией. Выполняют все четко, вовремя. Рабочие смонтировали пролетные строения и заасфальтировали подъездные пути общей протяженностью 300 метров. Дело осталось за малым. Асфальт мы уже положили, мост смонтировали. Осталось нам смонтировать барьерное ограждение, нанести разметку, убрать объезд и сделать рекультивацию строительной площадки. По условиям контракта работы по строительству должны завершиться в октябре, но специалисты заверяют, объект сдадут раньше, уже в августе. Евгений Коньков, Евгений Ахмадеев, телекомпания ОТВ.